Всем привет! Вы на канале Швейная Муза. Сегодня мы покажем, как шить вот такой костюм, состоящий из свитшота и юбки. Ссылку на выкройку вы найдете в описании к данному видео. Из футера двух нитки выкраиваем спинку, перед, две детали рукава, из кашкарсе или рибаны две детали манжет, пояс и обтачку горловины. Для юбки выкраиваем две детали полотнища из футера двух нитки и пояс из рибаны или кашкарсе. На рукава свитшота будем устанавливать полубусины. Ссылку на бусины вы найдете в описании к данному видео. Перед установкой на изнанке рукава намечаем место расположения каждой бусинки и будем проклеивать этот участок маленьким кусочком дублерина. Затем делаем небольшое отверстие при помощи распарывателя или ножниц. В отверстие продеваем гвоздик, а затем с лицевой стороны защелкиваем полубусину. Аналогично устанавливаем полубусины на обоих рукавах. Приступаем к пошиву. Полочку и спинку складываем лицо с лицом и стачиваем плечевые швы. Для этого на машине выбираем трикотажную строчку. Теперь притачиваем рукава, совмещая рассечки. Затем стачиваем рукав на боковые швы. Пояс стачиваем, складываем пополам, вкладываем в кофту, совмещая шов с одним из боковых швов, равномерно растягиваем и притачиваем. Манжеты стачиваем, складываем пополам, вкладываем в рукав, совмещая шов манжет со швом рукава, закалываем и притачиваем. Обработаем горловину, обтачку стачиваем, совмещаем шов обтачки с плечевым швом, равномерно ее растягиваем, закалываем и притачиваем.
Свитшот готов. Приступаем к пошиву юбки. Складываем детали юбки лицо с лицом и стачиваем боковые швы. Низ юбки обметываем, затем подгибаем, заметываем и застрачиваем. Пояс стачиваем. Отмеряем необходимое количество резинки и замыкаем ее в кольцо. Теперь отмечаем центр пояса. Складываем его пополам, вкладываем в пояс резинку и прикалываем пояс к юбке. Затем притачиваем пояс к юбке. Чтобы пояс в процессе носки не перекручивался, закрепите в области боковых швов его строчкой на универсальной машине. Наш костюм готов. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, а также ищите новые видео и выкройки на нашей странице в Instagram и группе ВКонтакте.